Евгений Петрович Кушнарев был прежде всего коллега. Мы с ним вместе начали работать в 1985 году. Прошло 30 лет. Я работал заведующим промышленно-транспортным отделом горкома партии, а он замзав отдела оргодела горкома. И так получилось, что то ли по характеру, то ли примерно по возрасту близкие были. Мы тогда уже, скажем так, нормально испытывали друг другу как симпатию. Почему? Что я так это говорю, что потом, когда прошли серьезные события, связанные с изменением политических направлений, с партийными органами, у нас остались отношения как коллеги, как товарища, и они сохранились до последних дней. Вот мы были товарищами. Один из моментов, недостроена была станция метро. И вы знаете, в чем была еще беда? У нас выделялись капитальные вложения на развитие таких объектов, что нужно было достроить. Но они как-то рассыропливались на каждый объект. Туда трошки дали, туда трошки дали, туда трошки дали. А ввода нет. И тогда было принято решение им. Все деньги, которые были на капвложения, были с тех объектов сняты, и все было брошено. И таким образом мы сдали тогда эту станцию. Это, знаете ли, характеризует уже как хозяйственника его, о том, что концентрировать усилия на конкретном деле. Последовательность в действиях. Должна быть стратегия и тактика. Я бы сказал, что это выдающийся украинский политик, организатор, политический деятель. Это выдающаяся личность в истории Украины. Она оставила след, и обратите внимание, что этот след не только в Харьковской же области. Военные действия, то, что сейчас проходит, для него это было бы трагедия. Он бы сделал все, чтобы ее немедленно остановить. Вот все бы сделал. Я иногда ему говорю, что ты либерал. А он говорит, я не либерал, но я вот такой. То есть, но военные действия, вот эти смерти, все это первый шаг, который бы он сделал. И сделал бы все для того, чтобы войны не было. Всякие рассуждения, это знаете, как руководитель, который дает слово. Если он дал, то потом объяснять, почему что-то не сделал, не надо. Ты дал слово, держи. Я не юрист, и я думаю, что сейчас уже вряд ли есть такая необходимость в этом саммите.